Дунаевского. Может быть. Кстати, в Польше очень хорошая же тоже, да, школа. Я не скажу, что они там как-то блещут так уж, но очень любят выступать. Потом польские джечные пани такие, они очень любят этот вид спорта. По-моему, вообще подарили советские, понимаете, женщины миру подарили прекрасный просто вид спорта, да? Да, несомненно. Ну, а мужиков в него все-таки не пускают до сих пор. А, кстати, среди судей есть там мужчины? Ну, если только судья по вызову, на вызове. Это что такое? Информатор? Информатор. По вызову. Вот так ничего, так нормально у вас там терминология. По вызову. По вызову скорая помощь обычно приходит. Ну ладно, это шутка. Полная дискриминация. Действительно. Полная. Это при том, что вы все время, женщины, утверждаете, что мы... И требуете эмансипации некой, а тут просто дискриминация. А сами при этом друг другу руки ломаете рычагом локтя.